Слушай, а можно, чтобы оно пингвинов поваляло, а? А ну давай. Во, мясо-то у них будет ведь? Во, о, вот это я понимаю. Ну давай, давай. Ты понимаешь, какие они крепкие вообще, эти пингвины? А палка не выпала, нет? Не выпала. Вообще, с пингвинами лучше не связывайся. Это непреодолимая сила. Вот так вот. Ове, вы смотрите Perpetual's Play. Меня зовут Саша, и мы продолжаем выживать. Это Don't Starve. И меня категорически радует ваша поддержка. Давайте же продолжим эту замечательную традицию. Набираем под этим видео 20 лайков, и выходит сразу же следующая серия. Ну что, поехали выживать. А насколько меня радует это все дело, я попытаюсь выразить в том, что мы попробуем повыживать подольше. Вот насколько может Уилсон тебе это вообще позволить, настолько и будем дольше выживать. Но посмотрим. Не хочется загубить беднягу просто. Да, рассудка у нас нет, но пока что мясо, ну разве что собрать его. Собрать, да, жрать не надо пока что. Так, и там они есть, и тут они везде есть. Да, я вижу, уже вылезло, понимаешь. Все, залез обратно. Так, мне-то, в принципе, здесь дров надо нарубить. Да? Давай переплавим. Переплавим все-таки в доски еще парочку. Вот так. В принципе, Уилсон греется, все у него хорошо. С рассудком не очень, это да. Но бывает. Надо бы все-таки поднабрать еще больше еды, прежде чем приступить к рубке дров. Так ведь? Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-но! О, какая прелесть! А там, естественно, подстава. Ну, давай, по чуть-чуть. Ага, ага, она везде! Ты посмотри просто! Жесть-то какая! Так, залезла, тихо. Да-да-да-да-да-да-да! А последнюю я возьму, нет? Паутину возьму. Ну куда тебя тянет вылезти? Посмотри, пауки на меня уже... Нет. Ну, я возьму ее и потрачу еще больше жизни, да? Так, спрячьте вилы, блин. Где тут наше оружие вообще? О, начали рихтовать. Спокойно, спокойно. Да, замерзаю. Идем с тобой воевать, значит, на наше место. На наше любимое место. Где оно тут было у нас? Где-то тут было, вот. Вот. Никаких, тебе понимаешь, замерзаю. Давай. Во, иди сюда. Угу. Сейчас мы немножко рассудок поднимем. Просто мясо будем жрать. Оно еще, в принципе, дельная фишка, но, блин, пока что не хочу рисковать сильно. А то, мало ли, жизнь закончится нежданно-негаданно. Так, 38 есть. Давай немножко с тобой нагреемся. Пакела у нас еще есть, но травы уже нету. И палочек нету, да? Я не могу создать. Не могу. Надо будет набрать траву, а трава у нас только здесь. Мы сюда сходим обязательно. Скоро. Просто там еще надо взять немножко ништяков. Очень неплохо было бы. Жаль, у меня камней нету. Я бы здесь поставил бы алхимическую, алхимический движок. Вот серьезно. И не парился бы. Так, Уилсон, а мы с тобой замерзаем, да? Почему мы замерзаем? Давай, нагрейся. В упор же стоишь. Я хочу хотя бы 30 градусов. Не будет. Ладно, не будет, так не будет. Побежали. Ночью так ночью. Слишком длинная ночь. Слишком много жратвы мы тратим, если я буду стоять и ничего не делать во время этой ночи. Так. Ага, знаю, да-да-да. О! Давай, подсвети. Ага, отлично. Да, конечно. Да. Ну залезь обратно, ну что ты, мне нужно паутину забрать. Кстати, очень дельная мысль порыбачить. Но! Давай ее убьем, эту тварь. Но! Суть в том, что, по-моему, блин, лоханулся, да, знаю. По-моему, зимой все-таки озера-то замерзают. Ага, догорело, не вовремя, правда, догорело. Озера-то замерзают, и Уилсон
не факт, что знаком с техникой зимней ловли рыбной, с особенностями национальной зимней рыбалки, так сказать. Не уверен я совсем. Но шанс есть. Так, ладно, зажги эту хрень и хватит пользоваться факелами. Где оно тут было еще вообще, а? Давай, светай уже. О! Вот это рыбное место. Да-да-да-да-да, чуть не умер, блин. Спокойно, спокойно, спокойно. Так-так-так. Слушайте, надо сваливать отсюда, надо идти, наверное, вниз перебираться, да? О, и там, и тут, ну молодцы, везде, прям везде. Нет, мясо я брать не буду, чувствую. Чувствую, мясо я не беру. Спокойно, спокойно. Да, все, все, свал, свал, Петрович, свал. Ух ты, блин, понимаешь, а? Есть тут еще что-нибудь? Есть, нету? Блин, придется сейчас жертвовать здоровьем и жертвовать... Внизу, может быть, еще что-то будет. Но вряд ли. Я набрал этих лечилок, и, кстати, наверное, не будем... Опасный момент, опасный. Не будем сильно... Слушай, а можно, чтобы оно пингвинов поваляло, а? А ну давай. Во! Мясо-то у них будет ведь? Во! О, вот это я понимаю. Ну давай, давай. Ты понимаешь, какие они крепкие вообще, эти пингвины? А палка не выпала, нет? Не выпала. Вообще, с пингвинами лучше не связывайся. Это непреодолимая сила. Нет, ничего тут нету, а жаль. Я замерзаю. Конечно, я замерзаю. Блин, ладно. Да, да, да. Все, спокойно. Будем отогреваться так, что подручные, блин, средствами. Ну, 9 дней. 9 дней зимы. Около 6 дней, по-моему, мы уже продержались. Будем стараться продержаться еще больше. Хотя здесь все заканчивается. Так, а что это? Откуда это? Перо? Гагатовое? ЭЗ. Так, надо посмотреть, где тут ополонки эти вообще? О, как раз, кстати, здесь. Ага, я же говорю, он заледенел весь. Но я не знаю, ребят, вряд ли Уилсон что-то поймает там, в ополонке, когда она заледенела вся. Давай, наверное, еще, они же по 8, да? Ух, давай грейся, грейся, грейся. Я даже ближе стану, не хочешь? Ну не хочешь, так не стану. Все, нагрелся. Нагрелся, блин. Ох, не хочется жрать это мясо. Ой, не хочется, но придется, чувствую. Да, мне же трава нужна, точно. Мне же нужна трава и палки. Где тут мое вообще лежбище? Вот здесь оно было. Давай-ка, давай-ка, давай-ка. Вот так вот. Значит так. Давай-ка это пока что поваляется здесь. И это тоже. Это мне не пригодится. И вот это вот тоже. Не строю этих самых. Не строю никаких надежд, что Уилсон выживет. Нет, на самом деле эти надежды я строю. Я не строю никаких сундуков, потому что, ну, блин, нету возможности у меня на все деревяшек накопить. А жаль. Жаль, абсолютно жаль. Еще, вот, все. Давай-ка с тобой разберемся, давай. Ага, на. Где ты там, а? Вот тут ты. Я сейчас пойду вниз. Там внизу явно должно быть еще что-то. Там же тоже болото. Зимой на болоте проще, честно говоря. Виднее этих тварей. Ну или я стал более внимательным. Но вряд ли, вряд ли. Их просто виднее. Все, так и знал, что последний раз. Хорошо, давай траву собираем. Еще есть возможность забрать вот эту. Да, 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 да. Все, отлично, теперь возвращаемся. Еще один. Ну как тебя угораздило-то меня найти? Ладно, давай. Чувствую, будем жрать мясо. Да? Противных этих монстров. Иди сюда. Ну? Кстати, как их останавливают деревья, если это наши кошмары? Как их вообще останавливает что-либо? Если это исключительно глюки Уилсона. Ладно, пофигу. Да,
Угу. Лишь бы гончие не прибежали, а? Лишь бы не прибежали гончие. Так, ну, в принципе, на пару факелов у меня есть, да? Зараза, и птица не носит семян никаких ни разу, ни хрена. Ой, ладно. Но я думаю, где-то здесь, может быть, будет чего-то такого. Хотя я уже мерзну. Я уже мерзну. Да, 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 давай. Естественно, блин. Надо еще один сделать запасной. Так, мы греемся, греемся, греемся. Жрачки ни хрена нет. О, есть! Блин. Не вовремя, ты понимаешь? Не вовремя. Где тут еще что-то? А рыбы нету, только лягушачьи лапки? Серьезно? Эй, а ну выходите. А ну вышли все. А че у вас тут никого нету, алло? Вы что, сволочи, блин? Куда вы делись? Зараза, мне эти лягушачьи лапки ничего не дадут, да? Ну что-то дали, но они были испорченными. О! Блин, да что ж такое, а? Не тот факел, не тот факел. Где, где, где? О, да. Да-да-да-да-да-да-да. Да, пошла в задницу. Да-да-да-да-да. И они тут свежие, почти, почти свежие. Спокойно, я беру эту рыбу и сваливаю, сваливаю, да. Так, хорошо. Хорошо, я сейчас добегу до лежбища и пожарю это все дело там. Давай, 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 добегай, 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 добегай. Уилсон, у нас тут катастрофическая ситуация, надо ускоряться, быстрее. Давай, ешь. Да, 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 да. Спасли тебя, как всегда, напоследок, да? В самый последний момент, я имею в виду. Ладно, давай и это поджарим. Если жрать придется, лучше жрать жареное, это мясо монстра. Хотя я не понимаю, почему мы ударяем по рассудку. Ну, мясо монстра и что, блин? Задрал волка и съешь его. Че тут выпендриваться-то? Так, надо это тоже, наверное, выбросить здесь. Мне нужно больше свободного места. А еще мне нужно копнуть вот этой хрени. Да. Давай, давай. Ночь, конечно, хорошо. Ой, да ну нахер. Любимчик мой пришел, да? Да. Да. Я не могу попасть, чтобы костерок увеличить. Все, нормально, будем убивать. Будем убивать, да? На. Конечно, будем убивать. Это часть выживания. Чонок, а? Я уже так рассчитывал. Он же дал бы 30 или 25, ну что там около этого. Рассудка. А теперь трэш. Теперь самое оно жрать это самое, землю. Мясо. Землю. Землю жрать не надо пока что еще. Да. Давай, давай. Все выкопал здесь уже, да? Ну ладно. Ага! Вышел! Ну иди сюда, иди сюда. Я тебя не боюсь. На! Где? Нападай, мать твою. Это тот же... Да, да... Сучонок, вот умеют они так появиться. Особенно вот эти твари, шустрые. Ну, хреноклюв. А! Я его вижу. Видите ли его? Два. Спасибо, не надо, блин. Да. А! Слушай, ну, блин, вот я не успел, чуть-чуть не успел... Одного грохнуть. Ладно, одень броню, Уилсон. Одень броню, хорошо. А второй растворился? Ну, сучара. И растворился я... Нет, нет, я уже думал, растворился тот. Так, знаете что? А ведь действительно, пускай... Пускай, не пускай. Сука. Один укус. Один укус и столько много страданий Уилсона, да? Да сдохни ты, мать твою! И ты... Это то же самое. А я ему и ты. А он мне, понимаешь, устраивает. В принципе, мы все-таки переживаем зиму. Это, конечно, муторное занятие, убивать этих тварей. Не особо интересное. Ну, смотря как на это посмотреть. Но все-таки. Так, давай, наверное, это тоже сюда, и это сюда. И мы, наверное... Будем ходить в броне. Вот.
Идем добывать снова жрачку, да? Ну а что? Это зачем мне вообще? Нахрен надо? Почему я не посадил эти деревья? Давай сажай. Бегом. Во. Да-да-да-да-да. Давай в два ряда. Блин, Уилсон. Ну ты чё? Не хочешь в два ряда, что ли? О, это потому что я тороплюсь. И руки слегка подводят. Ну как руки? Нервишки скорее. Давай. Будет мой личный лес. Что вы так растрынделись, а? Мне опять сейчас будет жопа с едой. Но зато елок будет много. Так, 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 блин. Я просто боюсь соваться туда, на каменистую, в эту пустошь каменистую, потому что меня ж там очень быстро грохнут. Если я заберу это яйцо. Хрен я его заберу. Если я заберу это яйцо, они на меня нападут? По-моему, да. Должны, по идее. Боюсь соваться на эту каменистую почву, когда такой трешак. Полный. Разгромный трэш. А тут был еще один факел? Нет, не было. Не было, тогда лежи. Так, все, сейчас накапливаем более-менее этого дела и валим. Валим за едой. Выживание, как оно есть. Вот серьезно. Сколько, 30 будет? 30 будет, даже больше чуть будет. Нет? Нет, не будет больше. Ну ладно. Нет, значит нет. Палочка у меня еще более-менее. О, подожди, а зеленый гриб... По-моему, зеленый гриб жареный рассудок поднимает, да? И хера не помню с этими грибами вообще, блин. Грибах не секу. Да, но немножко убивает нас. Делает нас более уязвимым. Ничего. Или не убивает. Или наоборот. Ладно, 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 ладно. Надо найти. И грибов вообще неплохо было бы найти. И жратвы неплохо было бы найти. Особенно сейчас, когда уже ее нет совсем. Где же жрачка, а? Где она? Да заткнись, блин. Это какой гриб? Синий, да? Здорово, значит, здесь надо будет ночью походить. Надо будет здесь ночью побывать. Ну где, где хоть что-то? Хоть какая-то лягушачья лапка, а? О, о! Вот об этом я и просил. Да, да. Это мое? Вот это тоже мое? Давай, грохни эту тварь. Ай! Ладно, ладно, хорошо. Все, 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 все. Я зажигаю огни ночного Уилсона. О, второго завалил. Нет, не смог. Давай я сам второго убью, а? Давай, я смогу. На тебе, кабан. На, да сдохни ты, сдохни. О, этот на того, этот на туда. Во, отлично, все, 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 все. Но так далеко бежать я не могу. От собака. Ладно, давай жранем. Или не жранем. Ладно, одну. Немножко, немножко. Все не так плохо, как могло быть, но не так хорошо. Надо идти жарить. Надо идти жарить, блин, со страшной силой. Иди сюда, я тебя грохну, а? Мерм, хочешь смерти? Не хочет, зараза. Уходит. Отвалился, мерм. А этот уже нападает? Не нападает. Ладно, где тут у нас что был? Опаньки! Синий гриб. Подождем пока. Подождем, это на крайний случай. Нет, 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 иди в задницу. Отвалил. А что, вы тут... Да как ты попал? Как ты попал вообще? Они тут ничего не сделали, что ли? Вот гады. Так, палка еще одна не нужна пока что. На, зажигай. Что они начали лупашить? Что они начали лупашить, а? О, синий гриб. Ой, да тут хорошая война пошла. Давай я тебя грохну, давай. Напросился ведь. Напросился просто. Тут у нас война идет по всем фронтам. С мермами и без мермов, и со всеми делами. Все, давай. Во. Так. Осилила его? Блин, нихера не видно. Надо и это зажигать. О, о, ну давай, давай, давай. Я вижу, ты на меня уже заришься. Ребята, это просто, ты посмотри. Ну вот, вот, вот вообще ни секунды покоя. Давай. Умри.
Ну, еще раз. Ай-яй-яй-яй-яй. И ты промазал, да ведь? Я знаю, что темно, Уилсон. Я все знаю. У тебя и жизни уже не так много, как мне хотелось бы, но... Ну что ж поделаешь, и жрачки уже не так много, как совсем надо, блин, мне. Давай, 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 давай. Спекся. Спекся. Где, 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 где она? Была-то, была же здесь. Вот, рыбка. Лапки. Рыбка. Ой, еще одна рыбка. Сейчас, сейчас возьму, сейчас возьму. Прятался, спрятался, все. Давай-ка, новую палку, да, новую палку. Все, 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 я ухожу. Факел кончается, нервы уже на исходе, блин. Ладно, съешь одну сырую. Подожди, а куда это? А, это сюда я пришел. Ладно, окей. Побежали, побежали, туда добежим, там все будет окей у нас. Наверное, да? Если не придут страхи и ужасы. О, а у нас тут как раз добили мой костер. И факел погас, да? Твою мать, чуть не убило, блин, у меня уже... Сейчас глаза дергаться начнут. Все, жарься. Жарься, рыба, жарься, жарься быстрее. Лапки где? 5 штук есть. Ух, давай. Еще раз. Отлично. Вот это я понимаю. Да, 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 да. Давай еще. Ага. Сейчас будем грибы хомячить. А что ж делаешь-то? Грибы будем хомячить. Тут уже все равно пофигу. Давай еще раз. Хотя зря я его сожрал сейчас, ну ладно, ладно. Факел, факел, я весь факел, блин, испоганил. Пофигу. Пока что не рубим, пока собираем траву. Я знаю, что я сюда пришел за древесиной, именно за ней, но что ж поделаешь. Пока что собираем траву, а то будет плохо потом. Без травы. А тут тройное кубло. О, секундочку. Блин, ну как ты не вовремя? Как же ты не вовремя, а? Блин. Ладно, жри. Да, 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 да. Иди сюда, я тебя доконаю. Надо запомнить-то хоть где. Ну, а, на самом верху. Да, 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 да. Да. У нас факел еще. Фу, факел, костер. Еще в порядке? Ну давай. На. Иди сюда. Блин, он привел своего дружбана, блин, долбанного. Но он быстрее, быстроходнее, поэтому... Ну, ну, чё ты? Не выпендривайся. Давай. Я еще не мерзну, еще все в порядке. Спокойно. Иди, иди, иди сюда. Уилсон у меня, конечно, блин, боец. Боец, особенно этот Уилсон. До него много я виртуальных Уилсонов переколошматил. Очень даже немало. Но этот боец. Прям такой серьезный. Опять? И ты сюда? Нет, ты не сюда. Ты не ко мне. Нет, ты ко мне. Ты, конечно же, ко мне. Блин. Твою мать. На, выбрось. Ага. Ну, давай, давай. Добьем тебя. На. Кстати, деревянная бронька у меня уже кончается. Но пока что повременим с новой. Я буду аккуратен. Она так, в принципе, чтобы мне спокойнее было, чтобы у меня тремор в руках поменьше был. Ну, давай, давай, умри же уже. На! Вот, наконец-то. Так, 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 так. Что еще надо сделать? Вот это поджарить. Это на крайняк. Это на крайняк. Лучше всего, конечно, лягушачьи лапки жрать. Пока есть возможность. Так, где-то здесь сверху оно было, верно? Да. Давай, бери. Железу. Ага. Не вылазишь? Вылазишь, вылазишь. Ну что ты? Засохни. Вот. Паутинку возьмем? Возьмем. Бегаешь тут, понимаешь? Да, 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 да. Конечно. А может натравить пауков? Да, ага. Может быть натравить пауков удастся все-таки, а? Ребят, а ну-ка выходим, 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 выходим. Смотрите, у нас тут сейчас будет разнос. Смотри. Давай. Оп, а что не попало-то по ней? Не целилась даже, что ли? Давай, 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 давай. Ага. Зараза, надо их подставить. Просто надо их подставить, понимаешь? Вот так вот. Давай, вылазь. И здесь паук сейчас. Ну как ты не попал по нему-то, а? Холодно, сука, блин. А-а-а. Вот, начали лупашить. Начали, наконец-то, я добился этого.
Так, а чем мы будем разводить костер? Чем мы будем разводить костер? Нечем. А, точно, я же хотел вот эту хрень накопать. Но он мне помешал. Ничего, 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 ничего. Давай, грейся, Уилсон, грейся и копай. Опять по нашу душу уже ползет. Давай. Выкапывай все здесь. Все здесь выкапывай. Да. Так, так, так. Хорошо, что здесь нет никаких макак, всякого такого говна, которые все это украдут. Я могу просто бросить на пол. Отлично. Я очень рад этому. Все, ты уже нападаешь? Нет еще? Ну ладно. Так, Уилсон, полечись немножко, чуть-чуть, да? Ладно, эту мы выбросим. Она уже никакая. Давай еще копнем. Всегда пригодится. До осени еще жить и жить. А точнее, выживать и выживать. Давай. Кстати, а трава-то не растет зимой. Что вполне логично. И то, что я здесь соберу, это все. Это капец. Плохо. А палочки тоже не растут, да? Да. Ладно, ладно, ладно. Спокойно. Все будет хорошо. Надо жрать, кстати. Да, он уже на нас пошел. Я вижу. Я вижу, он уже на нас пошел. Ну, давай. Угу. Периодически надо их убивать. Топливо ужаса соберем еще. Может быть, понадобится. Хотя вряд ли. Что такое, Уилсон? Что такое? Стемнело? Да, стемнело. Уже совсем стемнело. Что поделаешь? Ну? Иди сюда. Тварь. Давай. А это не болото, я здесь не могу так рьяно жечь. Ну, да, могу, конечно, но не хочу совсем, не хочу. Слушай, а давай что-нибудь сделаем. Что я могу сделать вообще? Ни хера не могу сделать. О, табличка. Табличка, табличка, табличка. Я могу сделать табличку. Давай сделаем. Мне не жалко, 4 куска древесины. Поставь ее куда-нибудь. Поставь. А что это вообще? Ни разу в жизни не делал табличку. Посмотреть табличку. Тут написано, вы находитесь здесь. Очень мега информативно. Но она нам подняла рассудок. Дорого. Дорого. А здесь что? Палочки на исходе. На излете. Я не могу себе это позволить, потому что если останусь без палок, это будет 0 факелов. Это будет 0 шансов у Уилсона на выживание, в общем. Поэтому нет. Пока что. Никак. Увы. Ладно, ладно. Часть ночи прошла. Давай немножко пошаримся тут. Что оно там понавыбивало из этих пауков, интересно же еще узнать. Зажечь. Ага, они на нас, нет? Быстро загорает пень. Хотя пень должен гореть. Ого-го. Да не нужен ты мне абсолютно. Ты мне совершенно не нужен. Ага! Убили таки ее. И она тут парочку заколошматила. Понятно, там, конечно же, трехуровневые эти самые их лежбище. Хрен его осилишь, называется. Ладно. Вернулись, значит. Уходит все и очень быстро уходит. Что ли рубить начать? И попробовать потом туда пойти? Чисто теоретически. А как тут делается это? Палочки, конечно, палочки. Рассветет, мне надо будет искать палки. Такое дело. Давай, Уилсон, давай, руби. Средние деревья, я знаю, ну что ж поделаешь-то. Приходится с этим жить, Уилсону. Так, так, так. Тут еще не все собрал. И еще не все? Уже за на... Нет, еще не на нас. Вот, расцвело. Ну, здорово. Вот она, эта елочка, которую мы сейчас бахнем. И надо идти искать палочки. Они должны быть где-то внизу.
Или трава все-таки растет, слушай. Или я так собираю хаотично. Я сомневаюсь, что я так хаотично собираю. Хотя, может быть. Все может быть. Палочки, веточки, травушка, муравушка, блин. Да. Сжег кучу елок. Кучу елок. Эй. Ладно. Вернулись. Где там? Вот. Вернулись. Так, давай-ка. Костерок горит, все хорошо. Что мы выкинем здесь? Да мы ничего не выкинем. Мы съедим эти лягушачьи лапки. Сейчас пойдем дальше палки набирать. Там их много было. И они нам нужны. Сейчас только наберем хотя бы 30, чтобы более-менее побегать. 28, 30, все, можно бежать. Тут где-то же были, а? Вот. Надо будет еще засадить побольше елок. О, надо же, кустик. Как оно тут... Хотя, ну да, они заморозились, эти ягоды, в принципе, вполне возможно. Захомячим, и это тоже мы захомячим. Все-таки... Хоть какая-то, но еда. Так, отлично. Отлично. Вот на это я и рассчитывал. А вот на это не рассчитывал, но это приятный бонус. Елки, здесь есть елки. Ну давай срубим. Две большие просто. Жалко мне их бросать. Давай, давай, Уилсон, быстрее, 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 быстрее. Я жмакаю на эту кнопку с такой скоростью, как только могу. Давай, 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 давай. Клац, клац, клац. Быстренько срубил, взял и все. Топора-то хоть хватит на нее? Хватит. Все, я опять замерзаю. Не хочу ничего здесь сжечь. Чувствую, мы будем так гоняться. Там наверх в следующий раз побежим, там много палок. Много-много-много палок. Кстати, здесь две елки подходящего размера. Да-да-да. Я же прибежал. Ну ты чего? Я же прибежал. Рассудка у нас немного. Совсем. Ну, ладно. Так, давай здесь еще копнем. И вот эта елка, по-моему, большая. Да ведь? Нет, зачем ты взял? Мне не надо оно пока что. Мне оно пока что не надо. Пока не стемнело, надо попробовать туда еще одну ходочку сделать. А для этого надо немножко нагреться. Давай, 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 Уилсон, давай. Все, начинает параноить, блин. Ах. Сейчас нападет. Ладно, давай я тебя убью первый. Давай. Не, нихо. Странно. Это очень странно. Ладно, давай. Побольше, побольше, быстрее греться надо, Уилсон, быстрее. Садить будем где-то, где-то здесь. Да? Ты побежали. Побежали. За палками, за ветками, за елками. Хотя нет, за елками в следующий раз уже будет. В следующем забеге. А пока что за травой. Благо дело, тут есть островок. Оазис просто. По сравнению с этим болотом. И той сухой степью, на которой ни хрена не растет. Так, палок надо больше. Угу. Все на факелы извел. Все же звел на факелы. Исключительно. В большей степени, конечно же. Но 6 дней зимы, еще 6 дней. Это уже не так много. Это можно протянуть. А дальше 15 дней или 18 дней осени. Я надеюсь, не будет клепать сильно нас там. И мы сможем протянуть. Так, так, так. Да, 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 я знаю. Я все знаю. Ну давай, давай, иди сюда. Угу. На тебе. Дальше уже мы сможем вытянуть, там все будет хорошо. Спекся, ну надо же. Взял и спекся. Просто. Ладно, давай сажать тогда. Можешь здесь? Можешь. Окружаем себя деревьями. Так, хорошо. Еще сажай. Давай, сейчас уже стемнеет. А, белая ночь. Белая ночь-то круто. Белая ночь-то очень даже круто.
Ну что же, более-менее сейчас все в порядке. Жрачка есть отчасти, только отчасти. В следующей серии мы будем пытаться добыть больше древесины. Ну, я не знаю, попробуем свалить туда. Попробуем, но для этого нужно накопать тогда много дерна, чтобы им топить, потому что холодно капец. И попытаться на сухой земле больше добыть камней, естественно, вперемешку с тем, что мы будем убивать там высоких птиц, которые будут давать нам мясо. Ну, блин, все очень жестко. Что здесь добывать жратву сложно, что там? А там еще пауков меньше намного, если они там вообще есть. По-моему, есть, но парочка совсем гнезд. И там не будет вообще нас подпитки по здоровью. Только жратва. Ну и все, что мы сможем сделать из жратвы. Хотя можно будет борщи варить из мяса. Ну, посмотрим. Вы предлагаете ваши версии. И не забывайте, 20 лайков, и выходит сразу же следующая серия по Don't Starve. А на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии. И бай-бай!